Ну что, друзья, всем привет. Мы прибыли на новый заказ. Здесь нам нужно будет подготовить бассейн под реставрацию. Ну, как обычно, наша задача — поменять плитку. Надо будет выбить вот эти стекла, стеклоблоки и залить это пространство бетоном. Вот, переложить плитку и загрунтовать все. Поэтому сейчас раскладываемся и будем приступать. При работе с болгаркой я использую такие наушники. У них есть функция шумопоглощения. Ты включаешь их и ничего снаружи не слышишь. Очень удобно резать болгарочкой. Поэтому сейчас все защитно одеваем и погнали шлифовать плитку. Ну что, друзья, наступил день номер два. Мы вчера почистили всю плитку, разбили ретерны, разбили. Вот здесь была такая стеклянная перегородка. Сегодня мы купили блоки. Здесь выложим все. Вот будет полностью стена с таким же покрытием новеньким. Бассейн стоит. Вот тут за домом уже река течет. Из-за этого сильный напор воды идет. Не знаю, может быть, сейчас забьем чупик. Оп, напор сильнее идет. Пальчик всовывается. Пошла грунтовая вода. Такие дырочки просверливаем для того, чтобы бассейн не качнуло. Вот эти штуки на дне, я не знаю, что это. Это похоже, сюда подаются пузыречки. Но может, я ошибаюсь. Вот. Вот такие новости на сегодня. Сейчас кладем плиточку. Максимально сегодня все делаем. Потому что у нас по бюджету сегодняшний день, и завтра полдня, и все, больше здесь денег для нас нету. А, еще нам надо вот эту деку всю покрасить, видите, зелененькое тут такое. Ну, это валиком прокатаем, кисточкой по краю, все открасим. Уже все купили для этого. Вот такой блок мы купили, ляньте. Сейчас мы его вот так вот ставим и вовнутрь бетончика увалим. И будет бомбело. О, даже по три можно ложить. Супер. Итак, друзья, вашему вниманию предоставляется видеоурок по непрофессиональной укладке плитки. Преподавать вам будет лауреат, который заслужил звание «Самая кривая укладка плитки». Итак, наша задача сегодня — проложить по кругу вот эту плитку. Поскольку мы толком ложить не умеем, то примерно смотрим, что мы можем сделать. Рекомендую начинать отсюда, с угла. Здесь вот мастер по укладке блоков, тоже непрофессиональный. Вот, пойдем отсюда по кругу. В общем, берете клей, плавными движениями руки наносите на стену. Вот так размазали, размазали. Можно еще взять. Опять так наносите, наносите. И потом обратной стороной гребеночкой стянули. Затем берете плитку. Можете на нее нанести, можете не наносить, как вам удобно. И начинаете лепить козью ногу. Раз. Здесь я чуть-чуть вывожу для того, чтобы пристыковать потом следующий кусок. Вот как вам? На мой взгляд, очень даже неплохо. Таким образом продолжаем дальше. Лепим горбача. Пошла следующая. Вот так раз. Тут проверили примерно шовчик. Все примерно. Потому что если заморачиваться, проблем и так в жизни много.
Еще переживать за плитку не стоит. Вот смотрите, издалека смотришь, ну красиво же, правда? Все, и вот таким макаром лепим лепнину. Следующий кусочек подогнали. Раз-раз так прижали. Примерно посмотрели. Крестики, все, это все вчерашний день. Вот, вот это качество. Так что погнали на таймлапс, потому что это будет долго тянуться. Давай, греби, давай. Разбудили овода. Или кто это, пчела? Короче, ребятки, победили мы плитку. Здесь вот такая профессиональная поддержка, потому что толстый слой, мы здесь блок ложили. Из-за этого она чуть-чуть стекала, как бы спадала. То я решил ее так вот к лопате прикрепить. Вот. Единственное, сейчас ждем от боссов затирку. Затираем швы. Потом кладу сюда плиточку. Все грунтуем и красим деку. Сегодня, конечно, все это не успеем, но дело идет. Так что все окей. Видите, качество такое. Работает профессионал. Что, ребятки, у нас будет такая черная фуговка. Черная плитка на ступеньках, черная фуговка. Затирка. Вот, и сейчас все затираем. Надеюсь, что успеем. Так, ну что, трудовой день подошел к концу. Вот так вот страшно все выглядит, черное все. Но мы сюда наклеим потом малярочку, вот это подкрасим все, и будет класс. Ну а сейчас, конечно, страшно, грязно все. Так что такие дела. Руки, он, видите, как поморщинились все время в воде. Все, на сегодня шабаш. Так, ну что, мы продолжаем работу над этим бассейном. Уже мы тут несколько часиков работаем. Я просто не включался. Значит, прокрасили бортик и начали наносить грунт. И вот так вот это все выглядит. В тот раз мы доложили ступенечки. Все, сейчас уже я иду по краям, прокрашиваю все и буду валиком закатывать. А Санек тогда прогрунтует полностью бассейн. И надеюсь, что сегодня мы уже и закончим. Ну что, ребятки, ходить уже нельзя, все покрасили. Короче, вот такой объем работ сделали. Видите, какая красота. Все загрунтовано, придет бригада мексикосов и сделает сюда штукатурку декоративную. Вот, ну а мы на этом все. Прощаемся.
с этим объектом. Объем работы большой сделали. Я думаю, это достойно будет. И здесь дорожку еще прокрасили. Все, уже пакуемся. Всем привет! Переехали мы на следующий заказ. Будем работать в таком клубном городке возле этого дома. Здесь вот стройка идет, там что-то ремонтируют. Мы загнали тут по газончику трак и будем переделывать бассейн, готовить под реставрацию. Новых пока нету, делаем старые. Тут прикольно, гляньте, как вместо забора такие кусты посадили. Круто смотрится. А там за кустами дальше начинается клубное поле, как это, гольф-поле. Вон там, видите, вдалеке уже играет кто-то. Вот, ну а нас ждет вот эта ванна. В принципе, все то же самое. Переложим плитку быстро и загрунтуем, подготовим под реставрацию. Деку красить не будем, здесь уже такой гранитик лежит, натуральный. Вот, ну просто, что плитка уже такая старомодная, и блоки эти уже вышло из моды, все это. Сейчас все тут разобьем, поменяем плитку, и, как обычно, мексиканчики перенатянут все. Ну, эта плиточка вот такая вот будет. Да что ты вякаешь? Что ты вякаешь? Все хорошо. Не трону я тебя. Что ты Ну что, ребятки, настал новый день, и мы уже занялись затирочкой. Вот так вот идет процесс. Сейчас ждем плитку, чтобы здесь доложить, чтобы не терять время, начали затирать. Надеюсь, сегодня закончим, дабы влезть в назначенный бюджет. Ребятки,
показываю, как затирают профессионалы плитку. Берете рукой, набираете вот такую кучку, не больше. И плавными движениями руки вот так вот все мажете. Такая новая методика, которая позволяет замазать все щели. Движение руки примерно похоже на подтирание. Примерно такое же самое движение. Это называется подтирание, а это затирание. И все. Видите. Ну что, наконец-то мы закончили. Все забанкотили, зафуговали. Вся плитка лежит. Так вот зафуговали, все. Тут заказчик здесь с боссом тусуется, поэтому сильно подснять не получается. Ну, примерно. Я думаю, тут тоже будет две штучки. Зато две, и за это две. Потому что времени одинаково потратили. Плитка классная, кстати. В общей сложности мы потратили 5 дней на эти два бассейна. И заработали четверочку. Не знаю, выгодно это, не выгодно. Ну вот так, как есть. Что, ребятки, вот результат наших страданий. Посмотрите, как все уже залепили, все сделали. Бассейн просто преобразился. Мы сегодня приехали последний штрих навести. Вставим кусок гранита. И будет кукла. So the problem just with delivery, right? Yeah. We can install. We can install. Inspection will be work or not? Inspection, we don't know yet. Right now, inspections are still going. But like in Jack's Pool, 3 times it got canceled. So 3 inspections got canceled up there. So. Oh, really? Yeah. Yeah. So it is. It's a little bit scary, but we'll wait and see. So if you don't pay your rent, the landlord can't evict you. But if you don't pay your rent, the landlord can't pay his mortgage. But Trump says he's going to send everybody $1,000 check. So give people money. I mean, we still got jobs. I mean, it's going to be maybe not new installs, but it'll be renovations and those kind of things. You know? Все, ребятки, с этим бассейном разобрались. И теперь летим тот, что первый мы реставрировали. Сейчас там гранит вкидываем. Я думаю, там тоже уже все закончено. И посмотрим финальчик. Так, ну вот мы и прибыли уже на второй бассейн. Его сделали менее аккуратно, потому что, видите, шовчики черные были. Они так понаходились сюда своим раствором. Из-за этого такая, видно, как неаккуратность такая. Неточность в работе. Thank you.
Все, ребятки, вкинули мы гранитик. Гранит отдельно оплачивается от вот этой всей работы, которую мы делали. За гранит нам дают там 150-200 баксов, в зависимости от сложности. Вот я еще точно не знаю. Я думаю, что эти два будут по 150. Вот, ну а в общем-то, я же говорю, повторю, что бригада, которая делала, очень все неосторожно сделали. Из-за этого он так смотрится похабно. Вот это первая ступень, видите, вся обляпанная. Все шовчики вот там, там. Очень неаккуратно сделано. Я не знаю, если босс нас попросит исправить это, то исправим. Проявлять инициативу в этих вопросах чревато последствиями, неоплачиваемыми. Так что все, друзья, вот такую работку мы сделали. Циферки я вам показал. Вот так вот можно работать на реставрациях. Так что давайте в эти сложные дни карантина берегите себя, своих друзей, родных. Не паникуйте, все будет хорошо. Все, удачи, подписывайтесь на канал. Лайки можете ставить, можете не ставить. Все, всем счастливо, пока.